Первое – это наличие рекуррентных платежей. Второе – это кастомизация внутренних страниц, чтобы было возможно убирать записи, надписи, связанные с интернет-магазинами, и писать туда, например, слово «пожертвование», название благотворительного фонда, ставить туда логотип фонда. Третье – это низкая комиссия, то есть, ну, скажем так, от 2,5, не более 3-3,5% комиссии. И четвертое – это хорошая клиентская сервисная поддержка, чтобы фондам было легко и удобно получать техническую поддержку со стороны платежной системы.